Завершается наш проект «Чаплин», мой любимый проект. И мне кажется, что маленький бродяга был всегда связан с радостью, а радость непосредственно с добром. И я очень вам благодарен, что вы вместе со мной погрузились в мир черно-белого кино, в мир гениального человека, режиссера, артиста, сценариста, благодаря которому, собственно, и появилось кино. Спасибо вам, спасибо Чаплину, спасибо театру музыкальной комедии. И до новых встреч! Кастинг? Как проходил кастинг? Ну, это было летом. Началось все в августе. Вот, в общем, я пришел на кастинг, так же, как все ребята. И нас драли, туда-сюда таскали, кувыркали, заставляли импровизировать, что-то там шутить, что-то не шутить, проверяли наши какие-то способности пластические, там, танцевальные, вокальные и все остальное. Вот. Ну и так получилось, что мы с Женей прошли, нам очень повезло, и мы гордимся этим. Вот. А то, что для меня этот спектакль, наверное, это очень много. Для меня этот спектакль, у меня, видите, у меня все Чаплин. У меня чехол для телефона с Чаплином. У меня, ну, все. Футболки, там, чуть ли не носки с его изображением. Вот. И я очень люблю этого персонажа, этого человека, эту личность. И я горжусь этой ролью, что для меня удостоился чести прикоснуться к такому великому. И что благодаря этому мне пришлось учиться играть на скрипке, ходить по канату, кататься на роликах и все остальное. Конечно, это роль всей жизни, если так смотреть. То есть я сомневаюсь, что когда-нибудь в жизни мне еще выпадет такая роль, в которой я также буду проявляться, как в этом спектакле. Поэтому вот этот спектакль я очень люблю, я очень сожалею, что он заканчивается. Я думаю, как многие поклонники этого спектакля, эти 15 человек, сожалеют вместе со мной сейчас. Вот. Не знаю, может, когда-нибудь они вернут его. Но мы не будем расстраиваться, мы идем в Новый год, господа. Я всех поздравляю вас с Новым годом, желаю всем много радости, тепла. И много-много радости детишкам принесла. Вот. Всех люблю, большое спасибо, что вы смотрели. А кто не смотрел, я с вами не хочу разговаривать. Очень жаль, что мы с вами не увиделись. Но если увидимся, буду всегда очень рад. Всем привет, всем пока. Что хочу сказать, это, наверное, я не могу сказать, что любимый, потому что все проекты, в которых я участвую, для меня любимы, но, скажем так, один из тех проектов, которые вот я хотел бы выделить и всегда выделяю, потому что они очень хорошая драматическая составляющая, то есть это не просто шоу, да, с эффектами там, звуковыми, световыми, это очень интересная, драматически выстроенная, серьезная история. Мне очень всегда приятно выходить в спектакль «Чаплин», потому что есть что поиграть, есть что сказать зрителю, есть замечательная история, которую хочется рассказывать. Было интересно момент, как мы все попали в этот проект, потому что приезжала команда бродвейская, вся постановочная бригада была с Бродвея. Сам кастинг был очень интересный, потому что мы разыгрывали драматические куски на русском языке, естественно, без текста, без всего. А полностью англоязычная режиссерская команда старалась вообще как-то понять, что мы там вообще говорим и делаем. То есть языка они не понимают русского, но должны были понять вот именно вот этот накал. Я помню, мы делали с моим партнером, я как раз показывался с Вадиком Мишманом, не попал в проект, я попал, дело не в этом. Дело в том, что вот нам дали вот этот текст ознакомиться на русском языке, где-то страницы 3-4, естественно, за эти 2 минуты мы этот текст не выучили, просто поняли, о чем. А там идет момент жизни, когда Чаплин прогоняет своего брата, то есть между ним происходит серьезная ссора, и он его увольняет, то есть на пике карьеры. Чаплин увольняет своего брата, и вот мы должны были вот этот диалог, вот эту именно сцену ссоры сыграть, не зная текста, просто вот на каких-то эмоциях искать какие-то актерские пристройки друг к другу, ну, то есть это не просто там ор, да.
И это было здорово, следить за режиссерской командой, как они вот пытаются уловить наши какие-то взаимоотношения. В общем, мы там рвали друг на друге волосы, также сами у себя рвали волосы, кидались текстом, кидались там какими-то, не знаю, оскорбительными фразами, когда не могли до друг друга достучаться именно в диалоге. В общем, наверное, это было убедительно. Вот. Это был серьезный кастинг, тоже там что-то этапов 5. И потом был длительный постановочный период. Ну, собственно, он мало чем отличался от всех остальных. Как всегда, все американцы любят, не только американцы, вообще все постановочные бригады западные, которые, ну, с которыми с нами работают, они все очень любят репетировать с 9, максимум с 10. То есть это каждый месяц, вернее, целый месяц, каждый день, по-моему, с одним выходным через 2 недели, то есть даже не каждую неделю был выходной, с 9 утра, с 10 мы тут сидели. Они очень, конечно, педантичны, очень точнее в деталях, там все эти нюансы. Потому что, видите, в Чаплине же нету монтировочной бригады практически. То есть артисты сами отвечают за вот эти все перестановку декораций на сцене. И именно эта штука должна именно здесь опуститься, именно эта ширма должна именно здесь проехать. Именно здесь нужно успеть актеру под какие-то карабины подсоединить, успеть подсоединить проектор, там здесь же с проводами, с катушками и так далее, и так далее. Все это не видно зрителю, мы надеемся. Но это очень серьезная техническая работа, чтобы не было, ну, лишних людей на сцене. Все это делают актеры. Одновременно еще куча переодеваний. У меня ни в одном проекте не было столько переодеваний. В первом акте, это если я говорю про ансамбль, да, когда я работаю брата, там не так много переодеваний. В ансамбле у меня в первом акте 8 переодеваний, во втором акте у меня, по-моему, 11 переодеваний. Это чума. Это очень жарко, причем что у нас все лица покрыты белым гримом. Для того, чтобы был естественный цвет лица, у нас просто с Бродвея были привезены специальные световые приборы, которые, если наводить на, ну, просто человеческую кожу, они приобретают такой цвет морковки, кожа приобретает. Поэтому мы выберем не только для того, чтобы это был эффект черно-белого кино, а для того, чтобы, ну, вообще оно просто естественно выглядело в лицо. Естественно, чуть-чуть, ну, с белым тлем. Вот, так что это самый крутой драматический спектакль. Раз, это самый мокрый, наверное, спектакль. Два, потому что это просто чехарда такая с этими переодеваниями. На сцене всего 20 человек. То есть, ну, по меркам мюзикла это не так много. Но кажется, что их намного больше, потому что эта пара ушла оттуда, пока они там бежали, им поменяли парики, грим и так далее, дали волшебные пендели, они вышли на сцену уже совершенно в другом образе. Вот. Музыки мало здесь, но акцент сделан на другое. Акцент сделан на серьезную драматическую историю. Я очень счастлив, что в моей жизни был этот проект. Конечно, очень жалко, что мы не доехали с гастролями до Москвы, потому что собирались мы ездить не только в Москву, вообще мы собирались очень плотно его катать, потому что вроде как декораций немного. Скажем так, нету декораций, которые вот технически там сложно подвешиваются, да? То есть это все делается, как я сказал, силами актеров. И мы вроде должны были его возить, но как-то по каким-то причинам мы никуда не поехали. Мы с успехом его свозили сейчас вот на фестиваль «Золотая маска» в Таллин. Это было очень здорово. Нас принимали на ура, весь зал стоял, не знаю, минут 20, наверное. И тогда мы в очередной раз поняли, что мы зря его не возили никуда. Вот, потому что спектакль классный. Спектакль. Вот в жанре мюзикла не так много спектаклей, которые могут удивлять именно такой драматической наполненностью. Но будем надеяться, что, может быть, когда-то его также восстановят. И хочется, конечно, поиграть еще больше. Вот этот блок заключительный, который начинается уже скоро. Мы, конечно, будем отрываться. Ой, так давно было. Кастинг проходил в 2 этапа, но для меня самый запоминающийся — это, конечно, мое исполнение уже номера Хедды для Уоррена, когда Уоррен отсматривал нас. Уоррен Карлайл — это наш режиссер.
ощущение счастья, потому что он вскочил буквально на нескольких моих нотах, как только я запела и сделала пару своих жестов руками. Он вскочил с места и дальше весь номер наблюдал за мной очень внимательно. И в конце номера подошел к сцене, поздоровался со мной за руку, представился, спросил, могу ли я вот так изменить в данный момент что-то. Я попробовала спеть так, как он просит, ему все понравилось. И дальше традиционные слова «девушка, проходите, вам позвонят» были не сказаны, а было сказано, ну что ж, наверное, вы прошли. Вот, поэтому запоминающееся мгновение. Ну и так в целом вообще впечатление от именно кастинга для американцев, оно очень позитивное. А первая репетиция – это читка обычно, читка либретто по ролям. Мы сидели, ну и тоже много впечатлений, потому что Уоррен коротко достаточно рассказал, что от каждой из нас он хочет, от актерскую задачу поставил. Вот, и дальше мы начали читать. Иногда он предлагал что-то прочитать мне, что-то Ане, да, мы по очереди читали. Вот, но в основном вот первая читка была уже на меня, поскольку я была первый состав, и у американцев это все уже очень четко и жестко. То есть если ты первый состав, то с тебя начинаются все репетиции, ты читаешь, ты выходишь на сцену. Ну, также и Женя, да, постоянно был на первых ролях. А второй состав, к сожалению, выходит только тогда, когда первый либо не пришел, либо им дали отдельную репетицию. Вот, в этом немножко разница есть. Ну, а так, в целом, репетиционный процесс, он, конечно, очень был интересный, и мы до сих пор его вспоминаем. Мы подружились все именно там, и благодаря Уоррену в том числе. Спектакль стал для меня, я сегодня увидела, что висит мое интервью даже в театре Мускомедии, где я говорю и про Чаплина, и про Мастера и Маргариту, поэтому мне было очень приятно. Оказывается, я там сказала, что был такой же вопрос просто в интервью, и я сказала, что он стал для меня трамплином. Это действительно так, потому что я получила просто шанс. Как актриса начинающая, могу, да, сказать сейчас уже честно и откровенно, да, я была эстрадной певицей, но актерского опыта, тем более на такой сцене, как театр музыкальной комедии, у меня не было. У меня были небольшие роли, но здесь главная роль, здесь бродвейский проект, здесь потрясающий материал, характерная роль, о чем можно только мечтать. То есть это, конечно, трамплин, и я надеюсь, что этот трамплин с развитием, надеюсь на это. Я не собиралась идти на кастинг до последнего. Вообще, мне казалось, что там нет на меня роли, что мне ничего не светит. И вообще я боялась, была не уверена в себе и думала, что все это... Ну, так как бы себя потешить, я сходила в театр на кастинг. Не более того. Ну, и вот я не помню, кто-то меня уговорил из знакомых. По-моему, Манька Решавская, помню, сказала, что типа дура, что ли, надо идти. По-моему, ну, могу ошибаться. Ну и все, и пришла, спела. Сначала был кастинг мускомовский еще без режиссера, без Уоррена. К своему удивлению прошла, страшно было, ужасно. Ужасно страшно. Я, в принципе, на кастингах всегда нервничаю, а тут было прям очень страшно. Потому что пришла прям в театр первый раз пробоваться, это, конечно, волнение. Вот, прошла, дали ноты, не поняла, на кого прошла. Ну, то есть, как бы, я не знала, что это мама, потому что там у мамы стоял возраст там от 35 до чего-то там, а мне было 20 сколько, 6, наверное. Вот, ну и все, и прошла на маму. Неожиданно для себя совершенно. А репетиции у меня были превеликолепные. Бродвейцы, они работают только с одним составом. А я и так как бы была в хроническом зажиме и в страхе. И мне казалось, что я ничего не могу. И вообще все это сложно. Такая сложная роль психологическая и все. И в тот момент, когда мне сказали, завтра мы будем с тобой репетировать, я сказала, класс. И сказать, что это было плохо, когда я вышла на площадку, это не сказать ничего. Это было прям отвратительно. Я наигрывала как лошадь, я не знала, что делать. У меня был зажим, я себя чувствовала... Ну, то есть у меня было полное ощущение, что я никогда не училась вот в театральном институте, что я как бы ничего не знаю, ничего не умею, не понимаю, как это вообще делать. Вот. И в итоге на премьеру я вышла без прогона. И без единого. У меня был технический прогон.
два технических прогона. Технический прогон — это когда выставляют свет, световые точки там и так далее. Он длится часов 8. Очень долгий процесс. Вот такие прогоны у меня были. То есть я знала, куда мне встать, и не более того. А чистового не было. И вот и все, и вышла на премьеру. Ну что, крови у меня попила этот репетиционный процесс много. Ну, потому что я первый раз была в таких условиях, и класс. И первый раз в жизни я как бы, ну, не репетировала, а смотрела. То есть я так до этого, я так никогда не работала, поэтому это было очень нервно и волнительно. Ну, все получилось в итоге, слава богу. Вроде бы. Ох! Чаплин для меня... Ну, а что говорить? Это знаковый спектакль в моей жизни, он для меня важен безумно. Это первый мой спектакль такой вот, ну, большой. Там, конечно, до этого были проекты, но это... Это, ну а что, Чаплин открыл мне дорогу в профессию, дорогу в этот театр. Когда-нибудь, я даже представить не могла, что я когда-нибудь вот на этой сцене буду работать. А Чаплин, он научил многому, это такая школа, и это так, и вот это волнение, которое каждый раз, да, перед тем, как ты выходишь на сцену, оно тоже учит, собственно, и с ним же справляться, и... Ну, это такая моя первая такая ступень еще в жизнь. Поэтому Чаплин — это жалко, что заканчивается. Удивительная вещь случилась 2 года назад, когда... Там сюда, в Петербург, приехали американцы и предложили Илья-то Юрий Алексеевич, наоборот, увидел первый раз Чаплина и предложил американцам приехать сюда, скорее всего, так. Вот. Для того, чтобы поставить спектакль мюзикл под названием Чаплин. Он настолько пригодился как бы ко двору, просто меня это удивило, потому что на самом деле спектакль драматический, вот, драматик мюзикл. И то, что он в Петербурге, это очень важно. Спектакль в Петербурге драматический, психологический. Вся русскость заключается в том, что психологический спектакль. В этом русскость. К слову, русский мюзикл — это и является как бы психологический материал. Поэтому он русский. Но как раз здесь ко двору пришелся на спектакль. Конечно, совершенно очевидно то, что именно здесь, в Петербурге, спектакль должен был состояться. В Москве бы я не думал, что он пошел. Вот, а в Петербурге прямо вот, тютелька в тютельку. И, естественно, появился зритель на этом спектакле, который не просто ходил там в театр музыкальной комедии, который ходил на драматические спектакли. Посещал, да, который ходил до этого на вампиров, вот. Что объединяет вампиров и Чаплина — только жанр мюзикл. Все остальное — это большие разницы. Вот. Что еще сказать о спектакле? Я сказал, что он драматик, великолепная работа наших Чаплина. Вот. Это Женя Зайцева, которая была оценена по достоинству, который для него является, вот, насколько мне со стороны какой-то видно, такой этапной роли. Вот. Очень важно для него. И для Астика Астемира, для которого тоже, естественно, эта роль сыграла огромную роль в его спектакль шел в эти годы прекрасно, несколько сезонов. Зрителей было очень много, были свои фены этого спектакля. Вот, мы им очень благодарны. И мы съездили в Золотой Москве в Таллин. Мы здесь заканчиваем большим блоком спектакля. Чаплин заканчиваем как прокат этого спектакля. Вот, у всех прекрасные воспоминания о нем останутся.
Мы на самом деле все безумно любим этот мюзикл, отвечаю за всех, потому что уверена в этом. Для меня это был первый большой проект, большой мюзикл, поэтому я отношусь к нему с особой любовью и трепетом. Когда проходил кастинг, я пришла первый раз на прослушивание, Юрий Петрович Крылов меня увидел и сразу мне сказал, что вот ты мне нравишься, именно такой и будь, какая ты есть. И именно такой он меня показал уже Уоррену, который меня утвердил. Поэтому самое сложное было для меня это танцевальный кастинг, потому что там нужно было делать такое, чего я никогда в жизни не делала. Но как-то что-то получилось. Вот, и на самом деле, прощаясь с этим спектаклем, что-то как будто в сердце вместе с ним от тебя отрывается, и какая-то боль, какая-то скорбь. Но я надеюсь, что на смену этому мюзиклу придет какой-то новый, который будет снова радовать и нас, актеров, и зрителей. Лично для меня мюзикл Чаплина — это определенная веха в истории моей не только творческой, но и личной жизни. И мне кажется, что он сделал меня сильнее, в чем-то строже, в чем-то мягче. Это уникальный проект, где затронута жизнь уникального человека и актера Чарли Чаплина, и не оставляет равнодушным никого. Меня в том числе не оставили равнодушным не только эта история, но и замечательные партнеры по сцене. Этот проект, он сказка и подарок для любого актера, для любого человека. Я очень рада, что на протяжении этого короткого срока, к сожалению, он короткий, несмотря на то, что это несколько лет, осталось всего несколько спектаклей, очень жаль прощаться с этим проектом. Но от всей души я благодарна не только постановочной команде, которая приезжала к нам сюда ставить, но и авторам этого проекта. Потому что сейчас я понимаю, что я готова на свершение, и у меня светлая память остается об этом спектакле. Мое сердце навсегда запечатлело образ не только Чарли Чаплина, но всего этого замечательного праздника под названием «Мюзикл Чаплина». Я желаю вам много счастья, много волшебства и много добра. Мне кажется, что спектакль Чаплин очень волшебный, и мне он очень нравится. Да что, надо помнить, потому что таких спектаклей мало, вот таких вот, тем более в нашем жанре. Это не экшен, это не шоу, это именно, это спектакль, это жизнь. Про главного героя что вообще говорить? То есть человек действительно проживает целую жизнь на сцене за эти несколько часов. Я представляю, скольких это требует и физических затрат, и эмоциональных, и сколько это, наоборот, дает взамен, и сколько ему это может научить. Надо помнить, что этот спектакль был в нашей жизни, и вынести из него тот опыт и те впечатления, которые он дает, и чтобы это не забывалось, такие вещи не должны пропадать, вот так уходить бесследно, потому что это не история однодневка, это же не просто о жизни великого человека. Это о нашей жизни, потому что в жизни каждого происходят какие-то события, которые он может, ну, в которых он может узнать себя в этом спектакле. Хороших ролей, ребята, и побольше нам таких спектаклей, вот таких настоящих, в которых душа есть. Наступающим Новым годом. И пожелать им, как ни парадоксально, таких спектаклей, как Чаплин, страшно расставаться, сразу скажу, это я не знаю, что с нами будет 30 числа и как мы будем это все переживать. Я бы хотела, чтобы мюзикл вернулся. Если есть хоть какая-то надежда, если есть меценаты, которые готовы купить франшизу в следующий раз и предложить Юрию Алексеевичу на этом сэкономить, нашему директору, который вот почему-то к вампирам хочет вернуться, а к Чаплину пока вряд ли. Я надеюсь, что Петербург будет вспоминать этот проект. Я надеюсь, что мои коллеги будут
быть также востребованы, потому что как и «Бал вампиров», так и «Чаплин», он дал возможность многим раскрыться, актерам проявить себя. Женя Зайцев очень много получил от этого проекта. Ну и, конечно, хочется, чтобы Чаплин помнили, чтобы он жил. У нас есть видео благодаря вам, дорогие наши фанаты. Спасибо вам, что вы все это снимали, все эти годы, там слали свое видение нашего спектакля, свои фотографии, ваши видеоработы, ваши фотографии. Это бесценный такой дар нам, артистам, это наша память, и это все только благодаря вам. Спасибо вам большое. Я хочу пожелать нам всем, и коллегам, и зрителям, побольше таких же светлых, таких же чистых, таких же наполненных спектаклей, как «Чаплин». Очень надеюсь, что когда-нибудь мы еще соберемся вместе с коллегами и сыграем его еще не один раз. Но на данный момент мы с этим спектаклем прощаемся. И пускай у нас, актеров и у зрителей, будет впереди много ярких-ярких премьер. Ура! И с Новым годом, кстати! Столько чувств и эмоций, все плачут от того, что прощаются, но я буду надеяться, что мы все равно не всегда прощаемся. Но никогда нельзя забывать о том, что говорил сам Чаплин. Улыбайтесь всегда. Улыбайтесь в конце этого года, в начале следующего года. И получайте огромное удовольствие от жизни, от того, что происходит вокруг. И радуйтесь просто потому, что все это есть. Люблю вас.